Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. И можешь кидать в меня кучу камней, ты принца рисуешь высокого роста. Чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина, он должен дальше по списку. За нас написали уже в соцсетях. Букеты из роз с романтичной запиской. Айфон, кстати, новый вот, вышел на днях. От них 25 ждут огромных успехов. Квартиры, машины и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи, своим ли он нажил все это трудом. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, что нам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных, но им почему-то совсем не везло. Влюбляются в глупых, коварных, нелепых, а все потому, что таких большинство. Поэтому им не хотелось жениться. И пусть уже дело идет к 30, телами успели они насладиться, но что-то за гранью никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным еще и труднее 100 крат. Им мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притча о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Вы что, не нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел, но так долго искал. И что же она, отказала вам просто? Увы, отказала, была занята. Она все искала мужчину, высокого роста, чтоб молод, богат был, но в общем мечта.